И всем привет, дорогие друзья и гости моего канала, Нептунчик здесь, и сегодня мы будем выживать по полной в игрушке Next Day Survival. Эта игрушка буквально вот-вот недавно, пару дней назад вышла в Стиме, и я спешу в это дело поиграть, показать вам и посмотреть, что же здесь, блин, такого интересного есть. А игрушку эту очень много кто хвалил, потому что здесь есть, знаете, дух сталкера. Мы все знаем сталкера, знаем эти романтические посиделки с гитарой у костра, колбаска, водка и прочее. Здесь все это должно быть. И вот мой герой уже сидит у костра в этой менюшке, да? Но получилось так довольно неприятно. Я пробовал протестировать игру и нечаянно создал персонажа, даже не отрегулировав его параметры. А убрать его никак нельзя. Поэтому будем играть вместе с ним. Итак, вот он, мой персонаж. Посмотрите, какой красавчик, да? В трусиках бегает. Друзья, значит так. Я побегал, протестировал только запись и не тормозит ли у меня. Поэтому игру я совершенно не знаю. Это мой первый реальный пробный запуск. Если вам понравится мое видео, понравится это выживание, то ставьте обязательно пальчики вверх, комментируйте, пишите, что вам понравилось. И мы запустим плейлистик по этой игре. Вот, собственно, и все. Итак, давайте закрываем. Вы, наверное, все думаете про себя. Нептунчик, хватит трепаться, давай начинай. Хорошо, давайте искать игру. Полностью все забито. Вот просто тупо все забито. Я бы хотел поиграть в режим основной. Кстати, давайте я вам покажу вообще, какие режимы здесь есть. Здесь есть основной режим. То есть это выживание, ролевая игра. Все это в этом режиме. Игровой мир содержит все геймплейные особенности, то есть NPC, животные, транспорт, квесты и прочее. После смерти игрок теряет все накопленные вещи, кроме тех, что сохранил в камерах хранения. И так далее. То есть здесь меня могут убить, даже мои напарники. Также есть режим PvE, то есть здесь меня невозможно убить другим игрокам. А все остальное вроде бы то же самое, да? Также последний выживший есть режим, можете прочитать про него, но я не хочу его даже озвучивать. Не люблю вот эти вот всякие непонятные вещи, я люблю тупо выживать. Не бояться каждого шороха, бояться убийства другими игроками моей счастливой тушки. Да? Ладно. Вот такие режимы. Значит, ищем игру. Все сервера... О, подожди, бро, внимание. Две комнаты освободилось, вот. 185 и 200. 200, давайте сюда. Хорошо. Будем выживать. Это реально, это первый мой запуск, и я совершенно не знаю, как здесь играть. Но будем играть как обычно. Тупо бежать, куда глаза глядят. Лутовать все домики, которые мы встречаем на своем пути. Еще бы хотел сказать. Дело в том, что я вообще не имею опыта игр в таких... Вот в выживалках. То есть я не играл ни разу в DayZ, ни разу не играл в Rust, ни разу не играл в 7 Days to Die, вроде бы так игра называлась, да? Даже в Forest я толком не играл, там пару раз побегал и все. Все, Нептун подключился, это мой персонаж. Какой красавчик. Знаете что, я заболел. Вот вы не можете себе представить, вы не поверите. Но я умудрился, блин, здесь заболеть. Летом. Пока я изучал игру, пока осваивался, я почему-то заболел. Я не знаю, куда мне топать. Так, давайте я вам покажу. Значит, есть карта. Вот. Я нахожусь где-то в районе пункта сбора номер 12. Да, вот здесь. Карта довольно немаленькая. Также есть зоны влияния, союзники и враги. У меня вот здесь есть союзник, нейтрал. Чувак под именем Стас. Хорошо. Также я могу присесть. Еще я могу упасть на живот и ползти. Ну, в случае какого-то рейда ночного, да? Так. И что у меня есть в инвентаре? У меня есть карта, у меня есть часики. Видимо, их можно толкнуть подороже. Еще я наломал хвороста. Ну, пока тестировал игру. Наломал хвороста, видимо, можно развести костер и согреться, да? Так, куда же мы потопаем? Это мой первый шаг в большом приключении. Вон какая-то цивилизация, давайте туда.
Может, там пожрать есть что-нибудь? Дайте мне похавать. Вообще, реально, друзья, я не знаю, как играть в подобные игры. Но будем действовать интуитивно, да? Какая-то машина. Опа, я ее расхерачу руками. Ломайся, ломайся. О, а что это там полетело? Что это? Коробка? Друзья, у меня большая фобия на пустые коробки. Не дай бог, она за мной полетит и попытается меня убить. Это будет не круто. Ну, это зона безопасная, то есть меня здесь не могут убить. Так, какая-то сараюшка. Что у нас здесь? Может, что-то полдавать? Допустим, в ящиках, нет? Ну, вон там что-то лежит. А, это зажигалка. Обычная, атипичная зажигалка за 5 или 15 рублей. В любом магазине. Так. Походу, здесь кто-то уже побыл до меня, да? Ничего нет. Боже. Ух ты. Еще какой-то голодранец, да? И он тоже болеет. Или это нейтрал? Подожди, нейтрал это игровой персонаж? Или нет? По-моему, да. Он тоже болеет. Здорово, чувак. Давай вылечимся. Как можно полечиться? Нет, я тебя не буду бить. Подожди, можно попить? А, реально, можно попить. У него шляпа есть. Круто. Я тоже себе хочу шляпу. Сразу видно, что мы зеленые, не оперевшиеся еще. Духи. Да? Совершенно нубы. Мы не успели начать играть, как уже заболели. Твою мать. Может быть, где-нибудь есть там полевой госпиталь? Он пьет холодное молоко. Ну, шикарно, конечно. Ну-ка, да, я тоже хочу. Эй, а что, больше нет молока? Эй, чувак, слушай, поделись. Ну, охренеть. Бросили мне здесь одного, я вас заболел. Молоко выпили. Ну, шикарно. Может, поспать можно? Так, поспать нельзя. Так, хорошо. А так, что у меня по навыкам? Давайте посмотрим, что у меня есть. Так, из одежды ничего, из оружия ничего. 2 сентября. 0 рублей. Меня даже грабить нельзя, потому что нечего. Меня грабить. Так. Это что? Видимо, какие-то компоненты. Это крафт. То есть сюда мы кладем компоненты и получаем какой-то предмет. Видимо, да. Это крафтинг. А вот и навыки, система навыков. Так, изучено уровней 0 из 6. Закаленный навык, понижающий уровень получаемого урона. Также есть бег. Навык, понижающий необходимость организма в пище. То же самое в воде. Риск заболеваний снижен, да? Риск заразиться токсинами и так далее. Но чтобы его изучить, мне нужно конкретно потеть. Получено урона 18 из 500. А как мне прокачать навык? Шкала изученности. А, ну то есть здесь многие навыки, видимо, получаются со временем, да? Вот. Пробежал метров. То есть мне нужно пробежать 2000 метров, чтобы апнуть данный навык. Так, запасено питательных веществ в организме. То есть мне нужно запастись... Короче говоря, проще говоря, мне нужно жрать до упаду, чтобы прокачать данный навык. Тут то же самое пить. Или подожди, время выдержки в секундах. А, видимо, без воды. Чем больше я держусь без воды, тем больше прокачиваю данный навык. А здесь какие-то витамины нужно употреблять. И инъекцию сделать. Хорошо. В общем, понятно, что все здесь будет прокачиваться по мере моего прохождения. Что-то там умышленно делать мне не обязательно. И опять же, меня волнует сейчас больше всего, как мне вылечить себя. Ну-ка, давайте-ка костер сделаем. Можно? Сортировать? Зачем? Ну вот, подойдет для костра. И приготовления пищи. Ну, а как мне забабахать костер? Еще один голый бегает. Здорово. Тут, кстати, можно помахать рукой. На F1 вроде бы. Здорово! Здорово, говорю, чувак. Подними руку хоть, поздоровайся. Привет. Он, видимо, еще не знает. В общем, здесь F1 это помахать. F2 это показать куда-нибудь пальчиком. F3 это...
Ну-ка, покажи. F3 это фак. Ну типа, иди ты нахер, ублюдок. И F4 это... Не знаю, что он делает. Как будто что-то вытаскивает из себя или надрачивает. Но тем не менее, мы потопали дальше. Изучаем карту, изучаем местность. Все хорошо. Так, он там что-то вякнул. Здесь можно, кстати, говорить. Есть... О, подожди, вот он! Полевой госпиталь, неужели я его нашел? Так, как себя полечить? Вот аптечка есть. Ну, конечно, ты ее хочешь руками, кулаками открыть? Это эпично, конечно. Хотя, подожди, вон у меня значок креста появился. Снизу, да, на экране. То есть, видимо, зайдя тупо сюда и подождав немножко, я вылечусь, да? Вот сейчас кто-нибудь зайдет и увидит меня в такой позе. И они явно не то подумают. Боже, мне кажется, что сейчас будет минометный обстрел. Ложись, братва! Ладно, а ты кто? Поговорить. Не боись, не укушу. Правда? Круто. Проваливай. Какие-то здесь нерадивые люди. Недоброжелательные. Не до тебя сейчас, позже подходи. Окей, хорошо, я тебя понял. Так, как бы себя полечить? А, ну здесь я был. Разбитый УАЗик. Может, я автоматом вылечусь? Вот у меня какие-то символы появляются в нижней части экрана. Вон там был бег, снежинка, это значит, что я простудился, и градусник, что у меня температура. А это кто? Чувак, ты кто? Ну-ка, скажи мне что-нибудь интересненького. Давай шустрее. Так, я остался, держитесь рядом, помогу на первых порах. У меня есть нож. А, у меня нож припрятан. Так, хвороста для костра натаскаешь. Понял. Так, я взял квестик. Моя задача здесь. У него я могу взять нож. И 25 рублей. Так, а где мне это дело искать? Может, где-то на карте? Чувак, это все, конечно, очень замечательно. А где мне... Надо быть... ножик. И вообще, где задача? О, еще сгореть не хватило. Так. Ну-ка. Выбросить. Предмет удален. Как его забрать? Все, забрал. А, взаимодействовать. Вот. Мне нечего готовить. А то есть без пищи я не могу использовать хворост. Да он, по идее, не нужен. Ведь костер-то уже горит. Но, кстати, посмотрите. Я греюсь у костра, и у меня проходит, видимо, обморожение. Хотя, знаете, довольно необычно. Как я мог получить обморожение, блин, летом? Ну-ка, покажи, где ножик. Ух ты, уровень навыка успешно изучен. Снижена жажда. Иди к северу за палатками. В кустах найдешь, он твой. А, иди к северу за палатками, да? Или подожди. Ну вот, а ты боялась, даже юбка не помялась. Я уже выполнил задание или что? Да нет, вроде бы. Вот еще, знаете, хлеб солькой натрешь, головку чеснока, вкуснотища. Да, не спорю, вкуснотища. Где, блин? А, все! То есть я, получается, не взял квестик. Теперь он у меня отобразился. Неужели? Дотумкался. Как проходить данный квест? Где-то здесь за палатками должен быть нож. Это будет мое первое оружие. Ну-ка, берись, родимый. Все, новый предмет. Да, мой нож. Ну, хорошо.
Ну, видимо, в безопасной зоне я не могу использовать оружие. Ножик я забрал, поэтому нужно еще у него бабло стрельнуть, чувак. Отдай мне 25 рублей. Ну, здорово. Здорово, бро. Так, значит, я тут медик, обращайся, если прижмет. Парням в лазарете медикаменты нужны. На днях волки погрызли. Сгонять будь человеком во второй багаж. А барак? У меня там под койкой кое-что припасено. В долгу не останусь. Квестовые предметы. Эй, мужик, вата есть и бинт. А награда аптечка. Вот она. АИ номер 2. Индивидуальная аптечка. Принять. Ну вот, а ты боялась. Даже юбка не помялась. Неужели мы сможем себе полечить в каком-то веке? Где-то у него там припрятаны полезные вещи. Давайте-ка туда прогуляемся. Так. Да ладно. За стенкой, что ли? А, господи, блин. Моя внимательность меня порой подводит. Есть, здесь была еще одна дверь. Так, забирай это дело. Ну, чувак. Так, обновлено задание, но я не могу взять... А, вот, все взял. Теперь можем вернуться к нему и забрать аптечку. Волки совсем распоясались в последнее время. Вчера видел целую стаю в сотни метров от поселения. Да ладно, волки... Чувствует природа, что ослаб человек. Да, чувствует природа, что я ослаб. Я кашляю, подыхаю по ходу дела. Ну, здорово, мужик. Коза. Давайте погреемся вместе с ним. Ну хотя подожди, у меня обморожение-то прошло. Так, докторишка, иди сюда. Как же мне повезло, что в этом поселении есть доктор. Он может мне помочь. Так, забираю. Ну вот, а ты боялась, даже юбка не помялась. Эй, какого хрена? Не обижай меня, чувак. Что значит боялась? Я боялся, я мужик. И рано или поздно стану здесь самым крутым воякой на этом континенте. Я тебе еще покажу. Я еще добьюсь всего. Но пока мне нужно себя полечить. Так... Лечимся. Хаваем таблетки. По полной. Та-дам! И что? Надеюсь, я здоров как бык. Хотя... Что-то мне подсказывает, что все очень плохо. И мне, видимо, нужна вода. Вон высвечиваются разные параметры снизу, видимо, указывающие, что мне нужно попить, поесть, полечить себе. Так, напиваемся досыта. Ладно, я попил. Теперь что? А, погоди. Посмотрите, друзья, у того чувака что-то есть. И что? У него коса. Где он косу-то надыбал, а? Траву косить. В этой игре можно, да? Так, ладно, этот чувак хочет мне дать, видимо, задание. Ну-ка, давай поговорим. Давай шустрее. Так, это тебя Стас отправил, да? Хорошо. В основной группой ты уже не успел за ней потопать. Двигай в сторону брошенного полигона. Там волков видели. Тебе и одного хватит. Сможешь выполнить задачу, и я в долгу не останусь. То есть мне нужно убить волка. В награду мне дадут шпингалет какой-то. Для создания самодельной винтовки. Видимо, агрегат. Изолента. Доска. Коробка патронов. Труба. Видимо, из этого дела я буду мастерить винтовку. И прокачивать себе уровень крафтинга, да? Хорошо, принимаем.
Ну что, пойдем на волка охотиться, да? У меня, кстати, есть нож. А заодно проверим боевую систему в этой игре. Интересно, а можно здесь с друзьями создавать пати? И вместе бегать, охотиться на волков? А то одному как-то сыкотно. Вдруг загрызут. И останутся от меня рожки до ножки. Ладно. Так, где тут выход-то? Выход, видимо, только один. Мне еще нужно похавать. Здорово, мужик. Все, я взял нож. Еще буду резать волков. Позорных. О, какой-то танк. Так, подожди, что это лежит? Красненькое. Ягоды! Это ягоды! Ну-ка, бери, чувак, бери ягоды! Не могу взять почему-то. Ну ладно, плевать. А это что? Фонарик есть. В коробке-то фонарик. Круто. У меня есть фонарик, я его надел на голову. Так, как его использовать-то? Ну, заряд полный. Ладно, мы разберемся позже. К тому же пока не темно. Думаю, что фонарик мне пока не очень нужен. Хотя я уверен, что в будущем мне придется спускаться в какие-нибудь подземелья, там, в разные заброшенные лаборатории, в разного рода НИИ и прочее-прочее. Ну, как было в Сталкере. Ух ты, волк. И он, походу, меня заметил. Твою мать. Иди сюда. Волк позорный. Как-то у меня залагало даже. При виде волка ты. Эй, ублюдок. Иди сюда. Что? Друзья, волк застрял в земле. Это идеальная возможность напасть. Твою мать. Эй, хватит меня кусать. Сдохни уже. Что? Как так? А как его убивать тогда? Причем он застрял, я его мог нехило так побить. Но я был съеден дикими животными. Возрождаемся. Фух, игра-то непростая. Надо здесь приноровиться к игре-то. Так, у меня ничего нет. Я начал играть абсолютно сначала. Это так печально. Ну ладно, я предлагаю тогда нам потопать к волку. А пока мы пройдем все эти квесты. Или подожди. 75 рублей. Так нет. Это всего лишь квест мы профукали, провалили. А все остальное, то, что я сделал до этого, оно сохранилось. Здорово, мужик. Спасибо. Хотя, погоди, а где ножик-то? Как я убью волка, когда у меня нет ножа? Проваливай. Спасибо. Какой-то, какие-то здесь люди недоброжелательные. Но я волка-то не могу убить. У меня нет ножа. Друзья, я не нашел ножа. То есть я не знаю, где нож. Придется мне валить волка голыми руками. Я не знаю, это вообще реально? Твою мать. Давай, вали его, вали, ублюдка. Это так глупо. Боже. Да как? Это нереально. Меня загрыз волк. Ну это вообще-то, конечно, глупо, я согласен голыми руками валить волка, кулаками бить ему по челюсти. Но ножа-то у меня больше нет. Друзья, не спрашивайте, что здесь происходит. Я сам не знаю. Я опять здесь, и я кое-что понял. В общем, здесь можно свои же трупы находить. Я только что нашел еще один труп.
И я, получается, сам у себя взял еще один рюкзак, ягоды, еще одну карту. У меня уже две карты, двое часиков. И вон там лежит еще один мой труп, где есть, блин, этот ножик. Но там волк. Но там волк. Тихо, волк. Я всего лишь возьму труп. Я всего лишь хочу взять труп. Тихо, 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 тихо. Да обследуй ты его уже. О, это не тот. Зато я нашел третий рюкзак. Еще одну карту. И куда это дело девать? Бог его знает. Друзья, у меня плохие новости. Вот именно эти новости. Я бегал... Бегал, значит, в поисках ножа, и тут прошли какие-то мародеры, меня убили. Представьте себе. Тупо бегают мародеры, всех убивают. Это боты или NPC, или это игроки, хер его знает. Но все очень плохо. Меня убили мародеры. Но я так и не убил своего первого волка. Вот что плохо. Твою ж мать. Да где мне взять ножик, чтобы убить волка? Просто нет ножа. Так, погоди, вон они, мародеры-то идут. Вон они, на машине. Ни херашки себе. Сейчас будет война. Так, ныкаемся. Эй, походу, дело это... Хер его знает, это NPC или это реальные игроки? Здорово. Нахер пошел? Это реально, это игроки. А что они делают? Да, оружие. Оружие, говорю. Так, ну-ка, погоди, погоди, погоди. А что они творят? То есть они пришли в мирную деревню? А, они на склад пришли. Причем ограбить пришли. И они говорят что-то на своем языке. Это игроки. Представьте себе. А я рассчитывал, что они там будут... Иди сюда, падла. Дай мне оружие. Я хочу оружие. То есть прошло буквально там 3 дня с начала игры, и все уже бегают с автоматами. Мародер. Вот этот гандон меня убил. Вот он. Но у него такое нехилое оружие. Так, это все, конечно, очень замечательно, но мне нужно убить своего первого волка. Давай шустрее. Давай. Дайте мне волка убить. Я не могу убить волка, потому что меня либо волк убивает, либо эти проклятые мародеры. Та-дам, там какой-то чувак. Какой-то чувак тоже бежит убивать волка. Давайте вместе с ним. Бро, я здесь, давай вместе валить волка. Давай. Помогай мне, папа побежал. Чё ты убегаешь? Пошли валить волка. Я тоже его хочу убить. Давай вместе. Вместе это сделаем. Броу. Твою мать, какой ты тупой. Давай волка завалим, говорю. Ему больно. Он истекает кровью. Нарвался на волк и что? Твою мать. Куда он убежал? А, он пошел веток наломать. Или ягодки покушать. Чувак, не надо есть ягоды. Ты отравишься. Я уже отравился, и это было не круто. Ну что, ты сюда пойдешь, нет? Нет, он побежал в горы. Так, надо было валить волк. Как ты? Твою мать. Ну не могу его убить голыми руками. О, мое тело. Так. Сколько у меня барахла. Все заберу, все продам. У меня уже 4 карты. Вот зажигалка, часики, 2 рюкзака. 3 рюкзака. Ладно. Еще одна попытка. Блин, не могу я его убить. Ну хоть что-то сделай.
твою мать. Надо здесь с кем-то его убивать. Вдвоем, например. Этот ублюдок убежал, мы могли бы его вместе убить. Ой, друзья. В общем, тогда, ладно, все, на сегодня хватит. Я еще побегаю здесь, поизучаю. Может быть, найду ножик, либо другое какое-то оружие. И мы уже во второй серии вернемся к убийству этого проклятого волка. Может, его на танке можно завалить? Чувак, садись в танк и поедем на волка. Но, тем не менее, если вам понравилось, обязательно поставьте пальчик вверх, тогда я буду знать, что вам все это дело зашло, и мы снимем еще несколько серий выживания в этой замечательной игре Next Day Survival. А пока всем спасибо за внимание, поставьте пальчик вверх, поддержите мое видео и непременно вступайте в группу ВКонтакте. Всем здоровья и позитивчика, и меньше мародеров на вашу жизнь. Всем пока-пока.